Стандартная проблема этих ложек. Если хотите сразу без геморроя, покупайте более дорогие. Но эти ложки у меня ходят очень долго. Вернее, они бессмертные, хорошего качества, но у них есть проблема. Это вот механизм сборки. Видите, спокойно ходит и открывается. Попытаюсь продемонстрировать. Просто если это штамповка заводская, то вот эта вот часть разведена неправильно. Надо хотя бы добиться, чтобы здесь было хотя бы 90 градусов. Для этого просто плоскогубцами берем и выгибаем. Попытаюсь на камеру показать. Каждую сторону подогнем немного. Титан довольно-таки тяжело гнется. Так, ну с одной стороны 90 сделал. Не знаю, что это снимаю. Таким образом. Здесь сверху за угол цепляемся, а здесь за стенку снизу. Немножко. Главное, не перестараться, придется в обратную сторону. Так, смотрим. Вот, довольно-таки туго закрылось. И все. Уже не открыть. Попытаюсь показать. Не хочу ломать, но она вон уже прогибается, но не открывается. Все дело в том, что ну, китайцы недоразводят эти стеночки. Вот эти стеночки нужно немножко подогнуть. Вот, если пальцы мои имитируют стенки, вот так вот немножко свести. И все будет у вас вечной ложкой. Реально, не знаю, что нужно с этой ложкой делать, чтобы она поломалась. Вот, все работает. Довольно-таки туго сейчас. Крепко собрано. Так что рекомендую. Правда, зубчики мне не нравятся. Не нашел на Озоне без зубчиков, просто круглую. Пришлось взять такую. У меня моя личная без зубчиков. Гораздо удобнее. Котелки с покрытием, вот эти зубчики могут царапать анодирование.